работаю на заводе более 30 лет. В службе качества у меня многофункциональная работа. Я проверяю качество часов, я проверяю качество работы, и я занимаюсь сертификацией системы менеджмента качества и сертификацией продукции. Я пришла неопытной девочкой в 15 лет в училище. Мне дали халат, на меня навязали косынку. Может, где-то еще сохранились старые фотографии, вот такие вот большие колпаки завязанные, белые. И мне даже было страшно вот так голову повернуть, потому что казалось, если я наклоню, то эта вся косынка вместе с моей головой и упадет куда-нибудь. Но это не так. Эта косынка держала пыль, она не позволяла с волос осыпаться пыли, она не позволяла падать волосу на рабочее место. И это была техническая наша одежда. И это вот был мой первый день и впечатление о нашем предприятии. Раньше на заводе работало 10 тысяч человек, сейчас работают около 500 человек. Когда работало 10 тысяч человек, людям надо было где-то кушать, где-то отдыхать во время обеда. И у основного корпуса, это теперь корпус со стороны проспекта, было кафе у Альтанки. Люди приходили туда покушать, а выходя из кафе, рядышком находились фонтаны и яблоневый сад. Люди отдыхали после обеда, а потом шли работать. Также у нас было 6 помещений столовой. Это были комплексы, это была общая столовая, это был шведский стол, куда человек мог прийти и любую продукцию столовой выбрать сам и потом оплатить. Иногда это высчитывали из заработной платы. Вот таким вот отличием отличался. А профессия часовщика и также людей, которые изготавливают детали к часам, она не изменилась. Как было, так и осталось. Запомнилось очень шуточное и веселое празднование Нового года нашего коллектива в гарантийной мастерской. Тогда это было 90 человек. И наш руководитель любил, чтобы люди отдыхали вместе. И он в кафе у Альтанки сделал праздник, Новый год. А так как мой руководитель любил цыганские ансамбли, мы с девочками решили сделать шуточную инсценировку, выступление, танец. Мы это сделали, а я вошла в раж, и мне так захотелось экспромтом погадать, я подбежала к начальнику и начала ему гадать. И в итоге я выцыганила на тот момент 10 рублей у него, выгадала. И он эти деньги отдал и даже не понял, что произошло. А на то время, для сравнения, на 10 рублей можно было сходить в ресторан и хорошо поужинать, ни в чем себе не отказывая. И вот это вот как бы шуточный вариант мне очень запал в душу. В моем подчинении находится испытательная аккредитованная лаборатория. Испытательная лаборатория Минского часового завода – это единственная лаборатория, которая сохранилась на бывшем постсоветском пространстве. И до сих пор она функционирует. Мы проводим испытания в соответствии с требованием ГОСТ на часы. Испытания занимают цикл почти месяц. Потому что мы проводим климатические испытания. Это испытания при 0 градусов, плюс 45 градусов. Если это манометры, значит, мы испытываем их минус 60 градусов, плюс 90 градусов. Также мы еще в нашей лаборатории проводим испытания на водонепроницаемость. Нам передают часы, которые собраны на сборке. Мы погружаем в камеру, барокамера. Подаем давление как минимум 2 бара. И держим часы минут 20 в воде. После этого мы достаем эти часы из камеры и смотрим, вода попала в механизм или нет. Если не попала, значит, мы даем добро на отгрузку такой партии в магазины. Также мы проводим испытания на брызги дождя. Это водозащищенные корпуса. Мы ставим в камеру дождя часы. И эта камера, она как бы поливает дождичком, проворачивается, и со всех сторон механизм омывается водой в течение 10 минут. Вот таким образом проводятся испытания. Также проводятся испытания на пылезащиту. У нас есть камера пыли, туда засыпается тальк. Мы часы погружаем на специальные подвески в эту камеру. Пыль вращается вокруг часов.
И таким образом мы проверяем, попадает в корпус пыль или не попадает. Если не попало, значит, опять мы даем добро на отгрузку данных часов. Я стараюсь научить молодежь, которая хочет действительно работать, которая стремится к познаниям. Я отдаю все свои знания, вкладываю в них. А если вижу, что человек как бы способный, но немножко ленится, ну тогда я включаю начальника и начинаю строго говорить, ты должен это сделать, ты обязан сделать. Ну вот таким вот образом проходит у нас подготовка специалистов. Молодым специалистам, которые приходят сейчас на наше предприятие, я бы посоветовала стремиться к познаниям, искать и находить людей, которые здесь еще работают, но они пенсионеры, и учиться у них, как можно больше информации узнавать, задавать как можно больше вопросов, а все наши сотрудники нашего завода всегда помогут и всегда расскажут и передадут свои знания с удовольствием.